Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1286. События дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. За 24 июня 2019 года. Объявление наше попросили поставить. Здесь осталось 4 детей. Умерла сестра и муж, хранитель семьи. Вот все эти ролики поставлены. Тормозните и подсчитайте. Вот переписка. Понятно, почему не входит. То ли приподнять надо, то ли еще. Вячеслав пишет: мне всей жизни не хватит, чтобы отблагодарить моего Бога за то, что Он вытащил меня из мертвого состояния и указал путь благочестия в вашем лице. Безмерная благодарность. Жена моя Екатерина сегодня первый раз надела платок на работу. Дома она уже давно в платке. Так сразу получила мощный упрек от верующей православной своей мамы, которая там же работает. Удивительно. Я отвечаю на это местом Писания. Прочитайте, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи. И во все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 4:5. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 5:4. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша, наша. 1 Иоанна 5:5. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. 1 Тимофею 6:10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Сребролюбие на работе выгоняют. Ну и что выгоняют? Претерпи. Тебе Бог дал заповедь, выполняй. Это ради сребролюбия от многого отходит. Колоссянам 1:3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ефесянам 2:2. В которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Галатам 1:10. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если же я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иоанна 15:19. Если бы вы были от мира, то мир бы любил свое. Но как вы не от мира,
Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот тут переписка. О важных делах, о революции заговорили. Так, переписку сюда помещаю, каждый раз смотреть, это остается на память. Если еще что-то здесь. Так. Ну, можно посмотреть, что у нас за еще это мой мир. Тут я смотрю на почту. Тут бывает и нехорошее вставляет. Ну, посмотреть вот этот. О, это вот мой, моя страница. Смотри, другая есть тут с голубем, но то не подходит. Дубль просто берут. Почту перевести. Ленточную. Православный форум. Очень хорошо, легко составлен. 1600 тем. Ну и, естественно, показать православный видеоканал. Пока никого нет. Сегодня вот выставил. Православный библейский сайт еще. Ну, а здесь дальше комментарии. Малолетних детей крестят. И крестят, конечно. Ну, вот так все. День что был? Вчера мороз целый день был. Ну, такой дождичек крапит. А маленько чуть-чуть и опять это. Ну, пригласили. Тут Валентина пришла наша. И Любовь Минаева. Помогли дошкурить на свае все. Потом пилили с четырех сторон, как треугольники вырезаются, чтобы острое вошло в землю. Валентина говорит, там быков держит. Любовь, у нее все развалили они. Надо так сделать сразу. Они выбери. Она сама выбрала два столба у нас. И ребята пошли. А тут все там сделали, как могли. Я обходил, посмотрел, заснял даже это. А тут приехали за Ульяной. И Ульяну забрали домой. Причина какая? Там что-то, как говорят, свои. Кто-то что-то сказал и прочее. Ну, простились, все по-хорошему. Дождик накрапывает, они скорее домой ехать надо.
Мать приезжала и забрала ее. Гликерия сразу к Надежде Васильевне сумочки свои собрала, подалась. И Володя снова один в доме. Вот, Володя второй помогает Пенке. Долго вчера запиливали, заостряли. Ну, опять большой дождь пошел. И то мелкий, то крупный. Вот так вот. Это понедельник так прошел. Какие тут события больше? Работа, непрерывная работа. Не дождешься вечера, когда спать ляжешь. Не знаю, как то. Но по милости Божией все благополучно. Вот встаю 2 часа с чем-то ночью, разбазарю почту. Все здесь. И больше у нас тут ничего нету на этот день. События такие были. Все.